Утром 23 января в Ульяновске во внутреннем дворе Дома Советов припарковался броневик областного филиала Управления специальной связи России. Его вооруженные сотрудники привезли особо ценный груз для избирательной комиссии нашего региона. Специальные марки для избирательных бюллетеней и для спецзаявлений. Выборы корреспонденции всегда для нас приоритетная задача. Все последние выборы, перевозки осуществляются всегда только специальной связи. Никто перевозок марок, раньше были еще отличительные удостоверения и непосредственно бюллетеней, не участвовали. После того, как 42 посылки, общий вес которых превышает 200 килограммов, разместились на полу одного из кабинетов облсберкома, началась процедура сверки сопроводительных документов. Всего в нашу губернию поступило чуть более 1 019 000 марок для избирательных бюллетеней и 11 600 штук другого вида для спецзаявлений. Спецзаявления – это те избиратели, которые не смогут голосовать по месту своего жительства и не успеют уложиться до 12 марта, написать заявление в МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях. Они придут на свой избирательный участок, напишут спецзаявление, укажут тот избирательный участок, где желают голосовать. На это заявление клеится специальная марка, и избиратель спокойно уезжает в то место, где он будет находиться в день голосования. Георгий Селезнев отметил, что специальных марок, которые будут наклеиваться на избирательные бюллетени, наш избирком заказал с некоторым запасом. На 1 миллион и почти 14 тысяч избирателей получено 1 019 266 марок. Все те, которые не будут использованы, добавил зампредседатель комиссии, будут погашены. Более того, в каких-либо других выборах эти марки попросту нельзя использовать. Алексей Матюнин, Юрий Тимонин, репортер 73.